Приветствую всех, уважаемые любители футбола. Мы находимся в Минске, в футбольном манеже АБФФ. На улице зима, нет, не холода, но, прямо скажем, погода не шепчет. Однако здесь, в футбольном манеже, условия вполне себе футбольные. И, я думаю, внешние факторы какие-то не должны помешать футболистам сегодня показать свою лучшую игру. Игроки атаки соорудить правым флангом. Похоже на подачу. Нет, это удар. Удар неплохой, но голкипер справляется. Возможно, немного неудачно отбил перед собой, но благо ничего опасного. Плохо, игрок совсем один. Снова через левый фланг. Будет ли подача? Нет, было что-то против прострела или даже удара, но... Здесь контратака достаточно быстрая. Через центр поля. Дальний удар. И голкипер Зенита Чамитяев намертый мяч фиксирует. Не надо под себя, пробуй влезать. Да, удар в створ для статистики, но Виталий Нем длинный рывок совершает, выполняет удар, но удар не получился. Хотя мяч протащил он добрых метров 30. А здесь уже атака Зенита неплохая с первого взгляда. Удар, и вот это уже поближе к створу и поближе к голу. Пытался развить. Снова он с мячом. Андрей, в обороне, номером. Овсянников Денис. Опасный эпизод. И вот это был самый... Сейчас увидим повтор. Вот удар был заблокирован, но добивание. И здесь уже голки пытаются реализовать. Забегание левым флангом. Увидит ли его партнер. Неплохо. И здесь можно в пустые ворота забивать, что и делает. Игрок «Зенита», сейчас скажу, какая же его фамилия. Классный отбор, молодец. Все же ждет своего появления на поле. Слышим подсказ тренера Страху, что и делает игрок «Зенита», но здесь удар за ударом. Каждый из них блокируется, но момент все еще не исчерпан. Штрафной находите! Возможно, что-то еще получится в этом моменте. Неплохо. Очень неплохо действовал Владислав Кулькач. Пробивал головой. Артем! Подача. Акцентированный удар поворотом, но выше ворот. Скоморовский. Подача на ближнюю. Снова ни к чему опасному не приводит. Удар. Ой-ой-ой. Удар, казалось бы, но это что-то было вроде подачи в створ ворот, и Пулькач там отлично за мяч зацепился. И можно было, но эта попытка была заблокирована. Снова подача в штрафную, Пулькач снова выигрывает вверх. И неплохо, перекладина, очень опасно. Удар, казалось бы, не сильный, но траектория очень интересная. И Пулькач очень хорошо себя показал, но не удалось найти оппонента своим пасом игроку русской команды. И здесь уже опасная атака «Зенита», но все успели вернуться. Неплохой удар и отличный сейв. Первый мяч! Первый мяч играй! Хорошо! Молодец, Шева! Один! Один, Корнел! Снова «Зенит» планирует атаку провести. Видит это партнер, и сейчас еще одну передачу можно исполнить прямо в штрафную. Момент упущен, и момент для передачи упущен, но для взятия ворот совсем нет. Счет 0-2. Отлично действовал игрок «Зенита» в этой ситуации. Никита Матысюк до мяча дотянулся, но спасти ворота от гола. Здесь можно пробить. Хорош, хорош, хорош. Пробить опасно, но не удалось. И все.